В Афряново, в деревне Большие Петрищи, многодетной семье в каждой комнате двухэтажного дома безвозмездно установили автономные пожарные извещатели. Они предназначены для того, чтобы известить жильцов о возникновении пожара. Датчик реагирует на появление дыма или повышение температуры в помещении. Этот прибор особенно необходим тем, кто проживает в частных домах. В установке приняли участие сотрудники администрации городского округа Щелково, представители комиссии по делам несовершеннолетних и отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области. Как администрация, мы следим за пожарной безопасностью и должны ее контролировать, в том числе в малоимущих семьях, в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, так как это определенная группа риска. И выезжаем, меняем элементы питания в этих извещателях, либо ставим дополнительно новые. Пока идет установка, естественно, семьям разъясняются инструкции, как пользоваться этими извещателями, как они срабатывают, как за ними следить, как часто нужно менять элементы питания. Сами жители очень рады тому, что теперь они в большей безопасности, ведь случаи в жизни могут быть разные, и предупредить беду легче. Слава Богу, мы решили этот вопрос с установкой пожарной безопасности хотя бы какой-то. Хотелось бы как-то себя обезопасить в первую очередь и своих детей. По словам представителей администрации, за последние 5 лет в городском округе Щелково установили более 4000 пожарных извещателей, а на следующий год уже закуплено 600 приборов. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.